Да. Нагружение магнитной пружинки. Она способна выдавать усилие 12 кг на длине хода 60 мм. Вот 12 кг. Я чуть-чуть даю, она срабатывает. Если чуть-чуть приподнимаю груз, она ее выталкивает. Вот такая славная магнитная пружинка. То есть ее возможности могут быть существенно увеличены за счет применения более хороших магнитных материалов, магнитов большего диаметра. Все.